Часть вечернего видеообращения президента Зеленского была посвящена поддержке украинских городов и громад, которые регулярно страдают от вражеских ударов. Сегодня с Юрием Игнатом тоже говорили о том, что прилетают туда ракеты С-300 и уничтожают не только инфраструктуру, не только жилой фонд, но и забирают человеческие жизни. И город Харьков находится именно вот в такой ситуации. Глава государства перечислил эти пункты, и Харьков среди них. Наша Харьковщина, цитирую, Харьков только по Харькову, и только с начала этого года, менее чем за 2,5 месяца, враг ударил уже более чем 40 ракетами. О ситуации в этом городе и всей Харьковской области далее говорим с Натальей Поповой. К нам присоединяется советница главы Харьковского облсовета. Наталья, здравствуйте. Добрый день. Слышали мы цитату из вчерашнего вечернего обращения Владимира Зеленского. Ну вот Харьковская область, Харьковщина пережила уже первые месяцы этого года. Что было и что остается самым трудным? Вот как поделитесь с нами. Самым трудным для нас всегда остается это получать информацию от ГСЧС и от экстренки о том, что у нас есть человеческие потери среди гражданского населения. Это если с моральной точки зрения какой-то, эмоциональной. Но с точки зрения самих ракетных ударов и регулярных обстрелов, это, конечно, наша критическая инфраструктура. Да, более 40 ракет. Последний ракетный удар 9 марта, 15 ракет по Харьковской области, из которых 11 было по Харькову. У нас фактически сутки большая часть Харькова оставалась без электроснабжения. Область также на данный момент удалось восстановить фактически 100% и по городу, и по области. У нас остаются проблемы с электротранспортом наземным, но сегодня утром удалось запустить метрополитен. Это все стало возможным благодаря тому, что фактически двое с половиной суток наши аварийные бригады работали без остановки, и это без преувеличения. Это был титанический труд, это был один из самых тяжелых ракетных ударов для нашего региона. Метрополитен запустился с большими промежутками по времени между поездами, это порядка 15 минут. Сегодня в течение 2 часов, там, с 10 до 12, у нас было отключение метрополитена из-за определенных трудностей. Но уже на данный момент также это удалось восстановить, и метрополитен работает. Наталья, белогородские врачи написали письмо губернатору Вячеславу Гладкову с просьбой не обстреливать Украину с территории области, чтобы не прилетела ответка. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Андрей Цыпленко. И при этом, ну, они не выступают против нападения на Украину, естественно. Боятся путинского режима или действительно сейчас поддерживают так называемые СВО? Знаете, мне... Во-первых, неизвестно о том, чтобы с территории Украины по Белгородской области прилетали ответки. Угу. Если они туда прилетают или взрываются, то это сугубо трудности и проблемы жителей Белгорода. Если бы их волновало то, что в Харькове погибло фактически, в Харьковской области фактически 100 детей или сотни гражданских, то, наверное, они бы еще в первые дни войны, после полугода войны, они вышли на митинги. А если их волнует сейчас только, что потенциально их что-то может задеть, то... По-честному, жители Украины это волновать не должно, и их письма тоже не должны волновать. Война закончится, мы победим. Что будет на тех территориях, ну, поверьте, жителей Харькова и Харьковской области мало волнует, потому что все украинцы испытали особую боль из-за войны и потери. Но в Харьков и Харьковской области жители Белгорода приезжали каждые выходные гулять в парк Горького, гулять в наш зоопарк, отдыхать. И то, что сейчас именно с их территории запускаются по нам ракеты, если у них что-то взрывается, так тому и быть. Наталья, в течение этих суток противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, в том числе на Слобожанском, Купянском и Лиманском направлениях. Расскажите, пожалуйста, в каких прифронтовых районах сейчас наиболее сложная гуманитарная ситуация и чем вам удается помогать все-таки людям? По северу, Слобожанское направление, это граница с Белгородской областью. Там противник у нас, по данным Генштаба, он старается укрепиться. Прорывы они осуществляют на Купянском направлении, это направление Купянск-Узловой, наш транспортный узел. Там фактически, да, ежедневно идут попытки прорывов, но ни один из них не был успешен благодаря силам ЗСУ. Если говорить о самой тяжелой ситуации, то, конечно, это Волчанское направление, Купянское, потому что там есть там 5-7-километровая зона, которая простреливается всеми видами оружия. Но туда, благодаря тому, что старосты сел, старосты громады, руководители громад остаются на местах, это без преувеличения невероятный труд.
они не покинули рабочие места, и они четко знают, в какой деревне сколько людей осталось. Благодаря им на легковых автомобилях туда заводится гуманитарная помощь. И от военной администрации, и лично волонтеры заезжают туда. На Купянском направлении в трех громадах у нас объявлена рекомендация к эвакуации. Это люди маломобильные, там чуть более 100 человек. И рекомендация эвакуироваться 700 деткам. Их также сейчас эвакуирует и военная администрация, и волонтеры. Конечно, не все хотят эвакуироваться, многие пишут отказы, но мы ведем разъяснительную работу и надеемся, что как можно больше людей с того направления уедет до стабилизации ситуации. Да. Будем надеяться на благоразумие наших людей. Спасибо вам огромное за этот разговор. Наталья Попова, советница главы Харьковского облсовета, присоединялась к нашему эфиру.